Знаете, как я изучаю программы? Я просто ору с них, ору, бешусь, потому что это невыносимо. Вот представьте себе, самое тяжелое это переходить с одной программы на другую. Каждый раз, когда ты переходишь в какую-то новую программу, ты знаешь, что там все по-другому, ты все равно орешь, типа, сука, почему там, почему я не могу двигать дорожку, нажимая пробел, почему тут какие-то кнопки ублюдские вместо этого? Я так привык нажимать пробел, это так было удобно, а тут говно неудобное. Это очень жизненно. Ну, в смысле, с этим надо что-то делать. Это не просто жизненность, это надо учиться с этим жить. Я когда впервые с фотошопа, после фотошопа открыл иллюстратор, конечно, это одна компания, программа очень похожа, но тем не менее, я нарисовал какую-то фигуру. Я битый час просто искал функцию заливки. Я думаю, блять, это же векторная программа, как анимейт или еще. Почему здесь, как Paint, нахуй, почему здесь нет функции заливки, сука? Я думаю, какой мудак это вообще придумал? Сейчас узнаем. Шантану на Райне? Понятно, блять. Долбоеб. Ладно, хер с этим идиотом. Очень страшно жить. А если ты, например, изучаешь какую-нибудь 3D-программу, потом в итоге оказывается, ты изучал, а потом херакс, ты ищешь какую-нибудь, не знаю, работу, или понимаешь, что она не востребована вообще ни хера, твою мать. И что делать? И ты понимаешь, что, блях, ты муха, что делать-то? И ты начинаешь изучать какую-нибудь новую программу, за это время херакс! Оказывается, что-то новое появилось или появилась востребованность в другой программе. И вообще не нужна больше программа, есть нейросети. Теперь приходится нейросети изучать, потому что они все нахуй за тебя делают. Потому что все. Была профессия ретушер, пропала профессия ретушера, ну типа того. Поэтому, когда говорят, что раньше была профессия фонари на улице, например, зажигать или там уголь в топку поезда закидывать. Ты думаешь, ёб твою мать, не только в этом дело, так во всем. Сейчас в любой профессии у тебя очко просто сжимается, ты не знаешь уже, куда податься. Что изучать, чтобы тебе пригодилось, понимаешь? Или ничего, просто отдаться течению. Упасть и лежать, и ждать, что будет. Да, так и сделаю. Точно.